С 1 июня перевозить животных через границу нужно по новым паспортам. Однако бланков нет. Когда они появятся и где выдают новые документы питомцам, узнавала Елена Успенская. У Ирины 8-месячный шицу. Хозяйка планирует взять Арчи с собой в путешествие. О том, что для выезда за границу питомцу нужно сделать документы нового образца, девушка узнала на прошлой неделе. Однако оформление пришлось отложить. У ветеринаров нет необходимых бланков. Их даже и в наличии нет. Будем, конечно, делать, но как еще не знаю. Мое мнение, меньше надо бумаг переделывать, а больше делом заниматься. Это лишние затраты, лишние деньги людей. Ну зачем это делать? Владельцы животных активно обсуждают нововведение не только на улице, но и в интернете. А кто это будет делать и сколько это будет стоить? Пока никто ничего не знает. Возмутительно. У кого вид паспорт иностранный? Выдавать животным новый паспорт для выезда за границу могут государственные ветлечебницы или Госпродпотребслужба, которая раньше именовалась санстанцией. Там подтверждают, что проблемы с бланками действительно есть. Их попросту не успевают печатать. Паспорты нового образца замовлены в Киевской топографии. И ожидаем, что будем отриманы на протяжении 2 недель. Образцы нового паспорта для вывоза животных за границу есть на официальном сайте Госпродпотребслужбы. В документе будут сведения о питомце, его прививках, перенесенных заболеваниях, а также информация о владельце животного. На ожидание результатов анализов потребуется время. Процедура достаточно сложная. Потребно, чтобы тварина была еще чипована. И потом отбирается кровь, направляется в Киев, там заслеживается. И отримуется результат на сказ. Сейчас занимает самое исследование до 2 недель. Новые ветеринарно-санитарные паспорта действуют с 1 июня на основании приказа Министерства аграрной политики Украины. Стоимость документа 51 гривна 29 копеек. Частные ветклиники выдавать его не имеют права. Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал «Донбасс».